Вы знаете, сегодня на этом форуме речь идет о сотрудничестве в области гуманитарного измерения в странах или в рамках стран СМД. СМД – это совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Я думаю, что здесь мы достигли большого консенсуса насчет дальнейшего развития нашего сотрудничества со всеми странами. Здесь очень интересная площадка. Вот буквально 4 месяца назад секретариат СМД подписал с Ассамблеей народа Казахстана меморандум о взаимопонимании. И это как раз является стимулом для дальнейшего развития нашего сотрудничества в рамках СМД и в рамках Ассамблеи народа Казахстана. О чем это мы сегодня? Я от имени китайского председательства рассказывал о инициативе китайской страны. Но здесь, я думаю, что в большей части китайская инициатива полностью соответствует с инициативой казахстанской страны, а также большинства азиатских стран и народов. Поэтому мы вырабатываем план действий на следующий год, поскольку этот год уже остался не так много времени. Следующий год мы должны еще раз стимулировать развитие связи в гуманитарном направлении. И у нас планируется созвать еще и неправительственный, неформальный форум именно по поводу согласия, мира, безопасности и стабильности в азиатских странах.